Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и в этом коротком видео разберем с вами два предложения, которые я действительно считаю крайне выгодным донатом для тех ребят, которые вкладывают деньги в эту игру и хотят получать за реальные деньги на выгодных условиях игровые ценности. Первое — это, безусловно, подписка на золото и опыт. И почему я считаю, что это предложение действительно выгодное? Покупая за $5 себе данную подписку, собирая в течение 10 дней каждый день по 500 голды и по 5000 свободного опыта, суммарно за время подписки за 10 дней вы заберете себе 5 косарей голды и целых 50 тысяч свободки. Почему же выгодно? Да потому что, если мы говорим с вами о обычных ценах, то обычная цена на голду в районе 500 голды за 1 бакс, когда 750 это уже неплохо, а здесь вы получаете 1000 за 1 доллар, ну и плюс к тому еще получаете 50 тысяч свободного опыта, можно сказать, в нагрузку. Действительно выгодное предложение, и если бы я имел возможность, я бы обязательно себе данную подписочку прикупил. Ну а что касается второго предложения, то я знаю, что у многих из вас это предложение появилось, у меня почему-то в магазине его нет, и выглядит оно вот таким вот образом. Здесь, ребят, еще более выгодные условия, которые прям совсем манят лично меня. Здесь за, грубо говоря, 3 бакса неполных можно получить себе мистический сертификат, а это гарантированно какая-нибудь тачка, и даже если это будет какая-нибудь там, не знаю, шестерка, то все равно она стоить будет своей голды, которую можно потенциально было бы купить за эти 3 бакса. Плюс к тому вы получаете себе контейнер бомбический в количестве 3 штук, из которых тоже можно что-то себе достать, либо голды, либо какую-нибудь тачку. Ну и что самое главное, то здесь за неполные $3 вы сразу получаете 2500 золота. Короче говоря, ребят, если так посчитать, то по большому счету мистический сертификат вы покупаете за 500 золота. С 3 баксов условных 2500 голды, это $2.5, если считать по доллару за косарь, и еще за 500 голды вы покупаете себе мистик. Я бы с удовольствием себе это прикупил, но, к сожалению, не имею такой возможности. А вот у вас, если возможность есть, и вы все равно собираетесь донатить в игру, то рекомендую вам воспользоваться двумя этими предложениями. Не то чтобы я топил за то, чтобы вкладывали деньги в игру, но это действительно стоящие способы доната. А вот когда они не стоят этого, я всегда об этом говорю прямо. Если вы за честность автора, подписывайтесь на канал прямо сейчас, ставьте лайки, обязательно пишите свои комменты с тем мнением, которое вы имеете по поводу того, что в игре происходит. Пошел снимать специально для вас следующее видео, а вам искренне, друзья мои, желаю мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.